Всем огромный привет, меня зовут Марина, я очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео, и этим видео я предлагаю начать подготовку к Новому году. Сегодня я вам хочу показать то, что я купила для того, чтобы создать новогоднее настроение, новогодний уют в своем доме, кое-что я собираюсь сделать своими руками, и это видео я специально записываю чуть раньше, для того, чтобы, может быть, вы мотивировались, может быть, взяли на вооружение какие-то мои идеи и успели в магазинах приобрести то, что вам для этого нужно. Когда я собиралась записывать это видео, то у нас на улице уже выпал снежок и было такое очень уютное праздничное новогоднее настроение, но сегодня абсолютно все растаяло, на улице грязь, слякоть, серость, но давайте не будем уподобляться серой погоде, давайте сами мотивироваться, создавать для себя праздничное новогоднее настроение, поэтому если вам интересно такое видео, то конечно же оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Здесь у меня внизу стоит безумное количество пакетов. Конечно же, наш любимый фикс-прайс тоже будет. И давайте именно с фикс-прайса и начнем. Первое, что мне попадается, это вот такая безумно миленькая, красивенькая елочка. Я знаю, что в этом году они безумно актуальны, продаются практически во всех магазинах. В Леруа я видела точно такую же, но она меньше в два раза по размеру, а стоимость ее в два раза выше. Я знаю, что в фикс-прайсе было несколько цветов. Был зеленый, был такой желтый-зеленый, была белая елочка. Я выбирала между белой и серой, но я посмотрела, что серых гораздо меньше, чем белых, потому что, мне кажется, это не такой избитый цвет. И также я понимала, что моя композиция будет состоять во многом из белых элементов, поэтому решила чем-то выделиться и взяла вот такую для себя серую. Фу, она пахнет. Посмотрите, какая милота. И еще ее можно включить. И если вечером зажечь свечи, включить эту елочку, то, мне кажется, действительно получается такое очень уютное новогоднее праздничное настроение. Она, конечно же, вся сыпется. Я вся сейчас в блестках, также она немножко пахнет. Я надеюсь, что запах просто со временем выветрится. Блин, теперь я вся в блестках. И здесь у меня все в блестках. Продолжаем разговор о фикс-прайс. Также я взяла наборы вот таких шариков. Кстати, я обратила внимание, что уже позже, заезжая в фикс-прайс, они куда-то исчезли. Там было несколько цветовых вариантов. Были даже, по-моему, фиолетовые, зеленые, серебристые, золотистые и красные. Я взяла именно золотые и красные. Уже теперь сомневаюсь, что взяла золотые. Надо было, наверное, взять серебряные, потому что белые с серебром, с красным, с этой елочкой, наверное, сочетались бы лучше. Но взяла золотые. Может быть, приспособлю их на немножко другую композицию, которую тоже у себя в голове вынашиваю. Но мне показалось, когда я взяла их вместе, мне показалось, что как раз красный с желтым смотрится лучше всего, а серебристый больше смотрится синим. Здесь в упаковке по 12 штук шариков, есть глянцевые, их, кстати, два ряда, то есть 6 глянцевых, одни матовые и одни вот такие с блестками. Я на 100% уверена, что они будут сыпаться точно так же, как и эта елочка. И, кстати, здесь еще также в наборе сразу идут ниточки, веревочки, на которые эти шарики можно повесить. Насколько я помню, с прошлого года все, что я покупала в фикс-прайс, не очень удобно крепить именно этими веревками. Ну, не знаю, посмотрим. Домик. Конечно же, домик. И знаете, мне за ним пришлось погоняться. Изначально даже для своего Инстаграм я делала нарезку из новинок из фикс-прайс еще в самом начале ноября. И мне очень понравился этот домик, но я как-то так подумала, ай, ну зачем он мне нужен, куда мне это все, и в конечном итоге я его оставила. Потом у девочек в Инстаграм я постоянно смотрела и смотрела посты с этими домиками, и я понимала, что, боже мой, Марина, ну что такое, почему ты его просто не взяла. Я прошу прощения за перепады, но это просто сегодня погода. То что-то становится светлее, то опять темнеет, в общем, извините. Так вот, и в конечном итоге мне пришлось его нехило поискать, но уже к концу ноября в фикс-прайсах стали продаваться не только такой вариант домика, но их было 4. Различались цвета крыши, различались сами домики. Можно было купить домик с единой крышей, можно было вот с такой вот зигзагообразной крышей, можно даже было купить домик с отдельной трубой. И вы знаете, они настолько все разные и настолько все классные, что мне представился такой выбор. И в конечном итоге я выбрала именно этот вариант. Мне он показался самым интересным.
интересным. Это двойной как бы домик. Здесь есть кругленькое окошечко, есть вот такая елочка. Конечно, фикс прайс пришлось повыбирать, потому что вот эта елочка очень часто была куда-то там наклонена, не очень красиво и аккуратно прорисована. Но в конечном итоге я выбрала идеальный домик. И я этот домик хочу сделать полностью белым. Именно в таком варианте, мне кажется, он мне прослужит гораздо дольше, потому что я его смогу использовать не только как новогодний какой-то антураж и украшение, но также и потом в обычной жизни рядом поставить вазу с какими-то сухоцветами, то, мне кажется, это всегда в любое время года будет очень актуально смотреться. Мой домик, ты живой! Я хотела сказать, что если мы начали открывать уже елку, то давайте откроем и домик. И, короче, чуть его не расхреначило здесь. Так, здесь тоже есть что-то, что должно гореть. Вот так. Смотрите, как классно. Но мне кажется, что вот эту цветную лампочку, может быть, можно будет заменить, как будто там какая-то дискотека. И, кстати, да, в ближайшее время, сегодня или завтра, я собираюсь записывать видео, где я буду создавать новогодний уютный декор для своего дома. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Ну и если вам такая идея нравится, то, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Это очень приятно мне, это всегда мотивирует меня для того, чтобы снимать новые ролики. Ну и, конечно же, помогает моему каналу развиваться. Также в фикс-прайсе купила два вот таких спрея. Это спрей для декора серебро и золото. Хочу ими прибрызнуть немножко свои композиции, которые у меня будут стоять. А также вот этим золотым спреем я хочу попробовать выкрасить шишки, если у меня это получится. Также взяла вот такой спрей снег белый. Изначально я думала, что этот спрей мне заменит акриловую краску для того, чтобы покрасить как раз вот этот домик. Но мы с девушкой, с консультантом в магазине попробовали пшикнуть, и знаете, нет, там текстура именно такого снега, чего-то такого пушистого, чего-то такого хлопьями. Поэтому покрасить домик, естественно, вот этим спреем не получится, но прибрызнуть веточки, также какие-то украшения вполне, я уже предполагаю, какая мне предстоит уборка после Нового года. Но знаете, мне кажется, что настроение, состояние и радость детей, и когда ты как родитель видишь такое вот умиление в глазах детей, то это гораздо важнее, чем последующая уборка. Уберемся, куда мы денемся? И также как раз для того, чтобы покрасить домик, это уже, конечно, не в фикс-прайс, это в строительном магазине, я взяла вот такую вот аэрозольную эмаль. Ее нужно просто распрыскивать. Фирмы взяла парад, я не знаю, я не пробовала еще ни разу. Взяла белую матовую, там еще была белая глянцевая, есть такие же золотые эмали. То есть, если вам что-то нужно покрасить, то абсолютно спокойно это можно сделать вот этой эмалью. Единственное, что я почитала перед тем, как красить, лучше поверхность зашкурить и обезжирить. Обезжирить это обязательно, зашкурить, я так поняла, не обязательно, по словам консультанта. Но в любом случае это средство действительно помогает в декоре. И такой большой бутылек, здесь 400 мл, я думаю, что мне хватит надолго. Я слышала некоторые отрицательные моменты, которые могут быть вот в этой акриловой эмали. Во-первых, она может очень сильно пахнуть, поэтому лучше всегда вот эти свои поделки делать либо на балконе, либо где-то, может быть, там в подъезде, не знаю, насколько у вас к этому нормально относятся соседи. Также я еще слышала, что некоторые эмали текут, подтекают. Не знаю, единственный белый матовый, который был в нашем строительном магазине, это именно вот этот. Если им пользовались, то напишите. Если у вас есть какие-то такие бренды хорошей акриловой эмали, то тоже пишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Мне кажется, это будет не только мне полезно, но и тем, кто смотрит вот этот ролик и, может быть, просто потом себе пойдет и купит хорошую эмаль. Кстати, на Wildberries большой выбор таких акриловых эмалей, но я решила купить офлайн, и офлайн мне она обошлась дешевле. Я не знаю, есть ли в ваших городах магазин Аксон. У нас он открылся, это тоже строительный магазин, там тоже завезли всякое такое вот для Нового года, и там я купила вот такие шишечки. Я изначально хотела себе насобирать много шишек и их покрасить, как я уже говорила, золотом, серебром, даже, может быть, той же белой вот этой акриловой эмалью, но когда я увидела вот эти, я поняла, что это лишним точно не будет. Декор шишка белое серебро в ассортименте 4 вида.
Не знаю, из чего они изготовлены, но мне почему-то кажется, что это что-то такое стеклянное, судя по тому, как это звенит. В Пятерочке на скидке были вот эти конфеты. Я их взяла и очень сильно спрятала глубоко в пакете, для того, чтобы мои дети раньше времени их не нашли. Я хочу также вот эти конфетки распределить на какие-то композиции, украсить ими, а потом уже, естественно, детки их заберут себе. Добралась до последнего и чуть не разбила. Это не Новый год, но это стаканчик из Fix Price. Я все-таки решила попробовать купить его еще раз. Здесь есть вот такая вот дырочка в дне. И когда первый раз я этот стакан мыла, мне показалось, что я очень сильно здесь потерла, и в конечном итоге то, чем закрывалась эта дырка, она, ну, как-то распечаталась, открылась, и в конечном итоге у меня между вот этими двумя стеклышками начала попадать вода, также там начал скапливаться пар, или как это по-другому сказать, ну, в общем, конденсат, и в конечном итоге стакан стал выглядеть так, что я его просто с психом выбросила, потому что не хочу это с этим мучиться, это видеть у себя дома, не хочу это оставлять для использования, там, для чего-то, мне просто легче от этого избавиться. Да, это не сильно дешево, 149 рублей для такого стакана, я могу сказать, что это не самая дешевая цена, потому что он мог стоить и 77, но в то же время решила купить, потому что, знаете, иногда просто вот хочется сделать красивую фотку. Но вот давайте признаемся себе, когда мы заходим в Инстаграм, видим эти красивые фотографии, то так хочется и для себя сделать что-то подобное, поэтому решила взять еще один стакан, но очень досконально проверила каждое дно и посмотрела, чтобы вот эта вот именно дырочка, она прям очень основательно была заделана. С вами поделиться, это то, что насколько в этом году все подорожало, насколько вот эти всякие мелочи, безделушки, какие-то даже гирлянды, какие-то человечки, штучки, вот эти формочки для выпекания, насколько это все дорого. Все говорят фикс прайс, все это дешево, на самом деле не так уж и дешево получается, знаете ли, по 150, ну, 149, 199, вот эти вот всякие штучки. И в конечном итоге ты подходишь на кассу, с тебя так 2000 рублей. Пожалуйста, доставайте, положите. Так, двигаемся дальше. Переходим к следующему пакету. И это уже будет пакет из Леруа и Метро. Наверное, в основном. В Метро купила вот такие вот формы. Хочу вместе со своими детками попробовать что-то испечь. Конечно же, купила вот эту форму для человечков. Здесь два человечка, большая, такая тетенька, бабушка, ну, в общем, кто-то в большом платье. И маленькая, тоже, кстати, в платьице. Но вот у меня именно женские фигурки, а там еще были и вот такие вот мужички. То есть можно было и вот этого пряничного человечка в форме мужичка купить. Чего я взяла девочек? Что-то мне, короче, схватилось. Именно их. Я даже не посмотрела там, что я хватаю. А второй набор, это вот такие вот формочки. Здесь 4 их, и они поменьше, но получше качеством самого исполнения. Здесь вот этот верхний острый край, он обработан, сделан таким специальным кантиком. И при нажатии у вас не будет болеть рука, вы как бы не оцарапаетесь, не порежетесь. Еще что хотела показать. Это, кстати, я покупала в Ленте. Это вот такие вот шарики. Мне они понравились именно тем, как они выполнены. Один шарик у меня упакованный, и второй я достала специально, чтобы вам показать. Здесь вот этот рождественский цветочек нарисован. И вы знаете, мне эти шарики понравились. У меня появилась еще такая идея, что такой презентик можно положить, например, учителю, воспитателю, не знаю, вашему педагогу какому-то или репетитору, положить сладенький какой-нибудь подарочек, и вот такой шарик вполне это будет уместно, это будет красиво, также это останется на память, потому что мне кажется, что дарить что-то такое, знаете, кофе, чай, шампанское, конфеты, это все выпивается, в конечном итоге забывается, а дарить что-то такое, шампуни, там, кондиционеры, еще что-то, это слишком интимное, слишком личное, и вы не знаете, как угодить тому либо иному человеку, если он для вас не родственник, не близкий друг. А вот если такие вот маленькие презентики, подарочки дарить, то это будет очень актуально, поэтому я взяла таких шариков несколько, но на самом деле они мне нравятся, и я хочу их оставить себе. Ну где у тебя открывание? Запаковать так, чтобы я не нашла даже, где его открыть.
Также для этих же целей, может быть, подарить кому-то в качестве презента, взяла вот таких вот милых девочек, взяла одну в красненьком платьице, вторую в беленьком, но опять же, вот я на них смотрю, они такие милые, такие классные, что хочется их оставить себе. Также этими куколками можно украсить какую-то композицию или, не знаю, посадить их просто где-то, может быть, около детской кроватки повесить, это тоже очень мило. А если у вас девочка, то однозначно это станет такой новогодней подружкой на эти праздники. Это тоже я купила в ленте. И также еще для того, чтобы украсить больше, наверное, свой дом или, может быть, также в целях подарить кому-то, взяла вот такие вот безделушки, это деревянные игрушки. Мне кажется, что дерево вообще, оно вот как-то дарит свое еще тепло дополнительно. Вот такой вот колокольчик и еще вот такая вот совушка. Очень миленькая. Так, теперь переходим к Леруа. Там я взяла вот такой подсвечник. Он мне пригодится не только на новогодние праздники, но и для того, чтобы потом украшать свой дом, создавать какой-то уют. Такой подсвечник можно поставить везде абсолютно. И в гостиной, и в прихожей, и даже на кухне, если у вас есть место. Вот. Вот так вот он выглядит. Что-то туда не попадает эта колба. Самое интересное, что эта колба, она без дна. То есть там можно палец просунуть. И что-то так интересное, эта колба не попадает вовнутрь. То есть она как бы не ставится. Или там надо что-то разжать. Короче, я так понимаю, что там еще мужу надо будет моему что-то поколдовать, чтобы она... Или она просто вот так сверху ставится, а вниз ставится свечка. Я бы просто предпочла, чтобы эта колба стояла вот там, внутри, то есть вот в этой железной как бы тарелочке, потому что тогда, ну, тебе не придется ее постоянно вот ловить. А сейчас она у меня постоянно катается, и мне приходится ее ловить. Также вот здесь наверху, конечно, такая не очень все аккуратная. Я на самом деле гонялась за подсвечниками Fix Price, но у нас, как ни странно, их не появилось. Поэтому я все-таки решила взять вот такой подсвечник. Хочу его немножко украсить какими-нибудь веточками, теми же шишечками. Или просто поставить на какой-то такой, вокруг его украсить, такую сделать типа веночка, композиции. В общем, и поставить туда, конечно же, свечку и уже в новогодний вечер ее там зажечь. Еще в Леруа я взяла пачку вот такого вот снега. На самом деле, я сейчас вот подумала, я не знаю, зачем я это сделала, но я видела, как девчонки очень здорово такой снег насыпают в такие большие рюмки, вазы стеклянные, в графины, и потом уже туда размещают также или шишки, или свечки, или какие-то еловые веточки. Стоил он недорого, такая упаковка, по-моему, около что-то 200 рублей, но опять же, как недорого? Для нынешнего времени недорого, а так вообще, если разобраться, ну как бы дороговато для вот этой вот пустышки. В общем, около 200 рублей, поэтому решила взять, что-нибудь украшу. Моя очень давнишняя желанная покупка – это клеевой пистолет. Также купила его в Леруа. В Леруа он стоит гораздо дешевле, чем везде у нас в строительных магазинах. Также я смотрела вот в этом Аксоне. Там такой пистолет был вообще около 1000 рублей. Этот я взяла за 300. При покупке такого пистолета нужно обратить внимание на диаметр стержня, потому что потом, в последующем, вам нужно будет эти стержни докупать. Изначально сколько-то там стержней идет в комплекте – И также еще взяла вот такой вот секундный клей, тоже, кстати, в Леруа его купила, я не знаю, не пробовала, но знаете, как замена момента, супер момента, это всегда нужно в доме, поэтому решила взять, подходит для кожи, металла, дерева, камня, керамики, пластики, за 5 секунд он как бы срабатывает. Фуф, разобрали еще один пакет, осталось совсем немного. Эту гирлянду я купила в ленте. Мне она понравилась, что она такая, знаете, пушистая. Достаточно, кстати, длинная. Не знаю, сколько здесь. 2 метра. Диаметр ее 100. То есть она такая достаточно большая. И вообще изначально я хотела купить еловую гирлянду, зеленую. И вот этой вот гирлянды ее обмотать. Но в конечном итоге я передумала. У меня совсем другие идеи возникли, поэтому я купила, сейчас вам покажу, что, и мне уже эта гирлянда не понадобится, но в любом случае, вот такая белая гирлянда очень хорошо закроет низ вашей елки, если
вы ставите елку в какую-то емкость, даже если вы ставите искусственную, все равно у нее остаются вот эти ножки, их обязательно нужно чем-то укрыть. Я на самом деле в этом году насмотрелась столько классных идей, как закрыть вот этот именно низ елки, и пледами укрывают, и в корзины ставят, и в ведра ставят, но мне кажется, что не в каждой ситуации это актуально, и действительно не каждую елку можно так спрятать. Если вы елку ставите в ведро там с песком или с водой, то да, наверное, поставить еще сверху большую корзину, это будет нормально. Но если вот как у нас, например, искусственная елка, и она на таких очень длинных креплениях, то их ни в какую корзину, никакого диаметра корзины для того, чтобы спрятать их, не хватит, так же, как и ведра. Поэтому я покупаю вот такие белые, чисто белые гирлянды, и просто очень аккуратненько располагая, обматываю низ, и в принципе, елка выглядит как будто там, знаете, внизу усыпана снежком. Это очень красиво. Также в Линте купила вот такого вот миленького олененка. Там были еще большие, были немножко другого исполнения, такого, знаете, более мультяшного, с таким носом, с каким-то, но я решила взять более натурального. Кстати, нужно очень аккуратно смотреть такие игрушки в Ленте, если будете покупать, потому что очень часто у них есть либо надколы, либо прямо отколотые рога. Поэтому я долго выбирала, и к моей серебристой елочке такой серебристый олень, мне кажется, будет очень красиво смотреться. Возвращаемся в Fix Price. Посмотрите, что я там нашла. Я такую ветку не видела ни в одном Fix Price, и только в нашем. Очень-очень глубоко и долго копаясь в тех елках, которые продаются в Fix Price по 199 рублей, я нашла и вот такую вот ветку. Она очень здорово выглядит. Здесь есть, кстати, открепляющиеся вот эти веточки. То есть, если вам нужно что-то просто украсить, то с такой ветки, она, кстати, достаточно длинная, и вот этих вот веточек очень много, их можно снять. Можно снять не целиком, не полностью. Можно снять там вот низ, например, взять, отрезать, а вот эту ветку положить. Можно наоборот сделать, порезать такие маленькие веточки, тоже что-то украсить. Ну, в общем, мне кажется, что это интересная идея. Также в Fix Price взяла вот это декоративное украшение. Здесь тоже веточки снимаются, можно снять, можно просто отрезать вот эту часть, украсить что-то, достать из вот этой вот пластиковой. А если вам не хочется заморачиваться, но в то же время хочется украсить свой дом, то мне кажется, очень натурально смотрится вот такая композиция. Ее можно просто поставить. И еще в Fix Price взяла вот такой вот венок, но его взяла не... Пахнет он, конечно, но его взяла не просто, чтобы положить, знаете, а чтобы это было моей основой, для того, чтобы сверху что-то на него накручивать, как-то еще дополнительно его украсить и создать такой небольшой веночек. Вообще, думала как раз по поводу вот этого подсвечника, чтобы это был такой, как знаете, венок вокруг этого подсвечника, и уже внутри стояла свеча, которую можно зажигать вечером. И то, что я вам обещала показать, то, что я купила в Леруа, это вот такие вот маленькие беленькие елочки. Изначально, вы знаете, я очень хотела сделать такую гирлянду, такое украшение, которое я положу впереди своего телевизора, но потом я подумала, что именно в таком варианте, а не в украшении там двери или не в украшении камина, будет очень красиво смотреться именно белый цвет. Поэтому я стала искать белую, такую еловую елочную гирлянду. В Леруа я ее нашла, она стоила около 900, по-моему, рублей, но она была очень длинная и большая. И также она была, знаете, как дождик с такими блестючками. 2,70 она была подлиннее. Я поняла, что даже если я ее буду как-то складывать, то это все равно будет не совсем то, что сформировалось в моей голове. Поэтому я нашла такой выход. Я решила в Леруа купить вот такие вот две маленькие елочки. Вот эти веточки можно повернуть абсолютно в любое место. И если эти две елочки совместить вот этими нижними краями друг к другу, то как раз получается именно та гирлянда а-ля корона, которую я, в принципе, и хотела создать. Когда у тебя здесь много, здесь мало. То есть такое, знаете, немножко...
Ну, в общем, я надеюсь, что вы меня понимаете. А также, так как эти веточки можно повернуть в разные стороны, то можно сделать плоский низ. И, в общем, это все украсить, положить. Поэтому я надеюсь, что вот эта вот идея, она у меня в конечном итоге впечатлится. Я еще не придумала единственное, как эти елки друг к другу прилепить вот этими нижними частями. Но я обязательно что-нибудь придумаю. Поэтому взяла вот такие елочки. И эти две елочки мне, в принципе, обошлись даже дешевле, чем гирлянда, потому что они в районе, по-моему, 400 рублей стоят, 380, в общем, получилось чуть дешевле. А также в дальнейшем, если вот эту конструкцию всю не делать на постоянку, то есть не скреплять ее как-то так, чтобы потом нельзя было раскрепить, то эти две елочки можно потом поставить уже в новой квартире, в детской комнате и в спальне, тоже немножко их как-то украсить. Вот такое вот немножко, может быть, сумбурное видео у меня получилось. Я прошу прощения, если это так, но мне хотелось вам показать все, мне хотелось с вами поделиться своими какими-то мыслями, идеями, потому что, если честно, то я в этом году задумалась о том, чтобы украсить дом к Новому году именно своими руками, создать какие-то такие вот композиции первый раз. Поэтому я надеюсь, что вам такое видео понравилось. Я надеюсь, что вы, может быть, мотивировались от меня. Может быть, какие-то идеи вам пришли в голову. Если это так, то не забывайте поддерживать меня. Ставьте пальчик вверх. Также делитесь в комментариях своими мыслями. Делитесь, может быть, какими-то своими идеями. Может быть, вам есть что мне подсказать. Для меня это очень важно. Ну, на этом мы с вами будем прощаться. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео и досмотрели его до конца. Я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего настроения и увидимся совсем скоро в моих новых роликах. Пока-пока! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.